сейчас мы присутствуем на монтаже забора. Идет монтаж. Вы можете видеть, что каркас забора уже готов. Столбы поставлены клиенту. В данном заказе мы столбы утрамбовываем щепкой. В свою часть у нас будет евроштакетник. В свою часть. Каркас. Каркас уже готов. Где-то листы начали прикручивать полчаса назад. В данный момент уже метров, наверное, 50. Забор ровно, по линии. Кайф. А сейчас я вам покажу, как это выглядит со стороны участка. Оп, и со стороны участка забор выглядит вот так. Коричневого цвета. Все очень чётенько, красиво. Значит, мне очень нравится сочетание красно-коричневого цвета на столбах и на лаках. Сочетание коричневого цвета. Вот. Сейчас мы видим, как ребята прикручивают лопасти. Очень быстро листы прикручиваются. Они, конечно, дополнительно потом будут прокручены. Еще несколько саморезов на каждую лагу. Это предварительное давление. В стандарте давление столбов у нас идет 1,20 м. Шаг столба 2,5 м. Профнастил S8 4 мм. Это стандартный вариант забора. Можно увеличить толщину, можно добавить медленную лагу, можно делать шаг столба 2,5 м. А 2 м это в принципе усилит каркас. Там с другой стороны профнастил сначала наживляется, а дальше отбивается шнуркой линия и саморезы прокручивается. Если вы хотите узнать, сколько будет стоить забор для вас, рассчитайте стоимость по номеру, указанному под видео, или если вы находитесь на нашем сайте, просто позвоните менеджеру, он рассчитает вам стоимость. А для того, чтобы получить дополнительные бонусы, подарки или скидки, назовите менеджеру промокод ZABOR2020. Называйте этот код и получайте дополнительную скидку. Возможно, долго обзванивали компанию. Первый попавшийся номер сказали. Нет, я мне зашел, не понравилось. Ну, сайт пополнение. Есть портфолио и так далее. Пофиг, просто номер, звонок и все. Вы золотой клиент. Побольше бы таких клиентов, да. Так-то все устраивает, довольны. Некоторые вообще думают, что... Ничего страшного. Я понял. То есть, в принципе, работа нравится, устраивает. Заканчивается уже монтаж. Ребята, как муравьи фигачат. До упора 0,40. Последняя сторона лицевая, фасадная часть. А все остальное уже, как видите, все готово. Штакетник
Штакетник у нас отечественного липецкого производства. Толщина штакетника 0,5 мм. Стяжка сверху на воротах съемная. Стяжка сверху съемная для усиливания конструкции ворот. Вся необходимая фурнитура присутствует. Значит, устройство гусь и два нижних ригеля в землю. 5 минут назад начали песочный штакетник. Уже 5 метров готово. Как из автомата прям. Это штакетник двухсторонний, П-образный, сверху закруглен. Столбы покрашены в цвет евроштакетника порошковой покраской. Зазор у данного штакетника 2 сантиметра. Хотел бы поблагодарить директора ФИК Сергея Власова за предоставленную хорошую бригаду. Ребят молодцы, сделали все на совесть, быстро, четко. Ну и хотелось бы отметить качество заборов, тоже очень хорошее. Спасибо вам большое. We'll be right back.